Здравствуйте, в эфире канала «Россия-24», информационная программа «События недели». В Карачаево-Черкесии будет реализован масштабный проект по строительству плодохранилища на территории интенсивных садов, заложенных в селе Таллык. Это, по идее авторов, будет самый крупный объект такого рода на Северном Кавказе. На этой неделе министр сельского хозяйства России Оксана Лут побывала в Карачаево-Черкесии. В сопровождении главы республики осмотрела площадку, предназначенную для предстоящего строительства, а также интенсивные сады, которые раскинулись на полях Таллыка. Какие преимущества даст Карачаево-Черкесии закладка интенсивных садов и строительство плодохранилища, расскажет Мадина Каракетова. Это прорывной проект ООО «Архыз Фрут Логистик» по закладке интенсивных садов на площади 1000 гектаров. А вот на этом поле в очень скором времени будет построено плодохранилище мощностью единовременного хранения до 60 тысяч тонн. Завершить строительство планируется к 2028 году. На сегодняшний день ООО «Архыз Фрут Логистик» реализовал посадку интенсивных садов на площади 400 гектаров. Это будут суперинтенсивные современные фруктовые сады. Их закладка плюс строительство плодохранилища входит в модель экономического развития Карачаево-Черкесии, рассказали министру сельского хозяйства России Оксане Лут. Сады сажают нигде попало. Выбирают самые лучшие поля. Саженцы также готовы. Вот сейчас июнь месяц, конец июня, июль уже. В июле мы раньше мечтать не могли, что можем сажать саженцы. То есть у нас было окно возможностей осень и короткая весна. Сейчас за счет того, что есть технологии, ну, скажем так, достаточно известный, мы в своих саженцах-хранилищах храним и можем вытаскивать. А хранилище, ну, там, где... Что касается оптово-распределительного центра, то это будет самое большое на Северном Кавказе плодохранилище – 60 тысяч тонн фруктов единовременного хранения, плюс самое зеленое с точки зрения экологии. С подачи главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова, здесь же при плодохранилище будет построен небольшой цех по переработке продукции. Сок первого отжима, чипсы, возможно, пюре, и этот проект станет локомотивом кооперации в республике. В Карачаево-Черкесии также поощряется частное садоводство, финансируемое из бюджета республики в виде грантов. Это дополнительный заработок для местного населения. Я вам даже так скажу. Вот у нас самая большая административная граница с Краснодарским краем. И один из экономически депрессивных районов был как раз на границе с Краснодарским краем. Отток населения видели там. Когда мы заложили первые сады. ЛПХ, да. Все остановилось сразу. И первая кооперация пошла. Пошла первая кооперация оттуда. Но самое главное во всем этом – занятость местного населения и обеспеченность рабочими местами. Средняя зарплата здесь выше, чем средняя по экономике в республике. Что, у нас 57, да? 57, да. 57. Но мы хотим поднять больше 60, сделать им куда достать. И поэтому, конечно, для нас этот проект очень важный, потому что, вот здесь несколько населенных пунктов, откуда приезжают люди, здесь работают. Больше 1000 человек здесь. Тысячи человек. Это для нашей республики одно из таких крупнейших предприятий. Для министра сельского хозяйства России Оксаны Лут провели экскурсию по саду. Она пообщалась со студентами, которые здесь проходят практику, которые посетовали на недостаточность практических занятий, просили по возможности пересмотреть и саму образовательную программу, сделать ее более современной. Эти пожелания были приняты министром к сведению. В завершение экскурсии Оксане Лут предложили принять участие в посадке 2-миллионного саженца яблони. Темно-красные яблоки. Это уже у нас саженцы второй год после питомника, категория 5-7+. Второй год после питомника, то есть на следующий год тоже будет уже вот да, будет урожай будут, такой же, да? Да, да, как и на тех деревьях. Надо. Будет на каждом дереве 10-20 яблок будет. Министр сельского хозяйства России получил приглашение посетить сад в сезон уборки урожая и лично убедиться в эффективности этой затеи – возродить традиции садоводства. Оксана Лут предложила главе республики Рашиду Тимрезову представить комплексную программу по развитию садоводства в Карачаево-Черкесии. Ее изучат и по возможности будет оказана поддержка из федерального центра. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, 200, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут посетила и завод по переработке баранины Домоте в Черкесске. На месте провели экскурсии и рассказали, какая продукция в последнее время пользуется особым спросом и какие меры позволяют достичь высокое качество баранины. Подробнее Альбина Ламкова.
Чистота и гигиена на заводе «Домате» – это не просто важные аспекты производства, но и основа для создания качественной и безопасной продукции. Это первый шаг к тому, чтобы каждый продукт был произведен с соблюдением всех необходимых стандартов и требований. На заводе создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства. Поддержание идеальной чистоты работниками, естественно, помимо соблюдения правил личной гигиены, проходят медицинские осмотры и надевают специальную защитную одежду перед началом работы. Все производственные помещения и оборудование тщательно очищаются и дезинфицируются после каждого цикла производства. Сижу за этикеткой, за качеством упаковки. Мы строго соблюдаем все правила упаковки продукции готовой. После нас она еще подлежит дополнительной проверке. Завод стал важнейшей частью масштабного проекта по возрождению отрасли мясного овцеводства на Северном Кавказе. Он включает в себя сервисную компанию для фермеров, племенные откормочные площадки, селекционно-генетический центр. Об этом рассказали председатель совета директоров групп компании «Домате» Наум Бабаев и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов министру сельского хозяйства России Оксане Лут во время экскурсии по заводу. Особым спросом пользуется карачаевская черная, рассказывает Наум Бабаев. Или приезжает, нас меняет, и он пошел в цикл, да. Постоянно это работает. Вот так карачаевскую черную еще вот так упаковываем. У нас спрос сумасшедший, все страны Москвы. Всего на предприятии производится более 300 позиций продукции. Она сертифицирована по стандартам халяли каши. Реализуется через федеральные и региональные сети по всей стране. Год назад «Домате» в рамках модернизации запустил цех по изготовлению консервов. Производство уже налажено. В этом убедились и гости предприятия. Это вновь созданы рабочие места. Продукция консервов, как и вся остальная, уже получила популярность. Альбина Ламка, Мухаммед Ашибуков, Вести, Карачаево-Черкесия. А в ходе двусторонней встречи министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова подвели итоги рабочей поездки в республику. Стороны обсудили ключевые вопросы развития АПК региона. В частности, речь шла о растениеводстве и животноводстве. Оксана Лут отметила рост объема производства практически по всем направлениям сельского хозяйства Карачаево-Черкесии. Отдельно остановились на вопросе развития плодовых насаждений в республике. Как подчеркнула министр, в регионе существует хороший плацдарм для увеличение объема производства. Что касается животноводства, то для республики это направление играет ключевую роль. Также обсудили реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий в Карачаево-Черкесии». Рашид Темрезов поблагодарил Оксану Николаевну и аппарат Минсельхоза России за поддержку и эффективное сотрудничество. Отдельное внимание, безусловно, надо уделять плодовым насаждениям, то есть это преимущественно, конечно, яблоки. Здесь мы с вами обсудили дальнейшую программу наших действий, да, видим в Карачаево-Черкесии отдельный плацдарм для того, чтобы увеличить объем производства яблок, особенно в силу климатических условий, которые могут нас в целом всю страну закрыть по объемам в случае плохих климатических условий в центральной части России, как это вот у нас с вами произошло в текущем году. Здесь, конечно, видим возможности дальнейшего развития по садоводству и будем увеличивать в этом плане объем поддержки. Ну и второе направление, конечно, по животноводству. Понятно, что все виды животноводства представлены в Карачаево-Черкесии, но ключевым, конечно, является производство баранины. Здесь тоже посмотрели с вами бойный завод, прекрасный завод, который позволяет делать большую номенклатуру продукции, выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Соответственно, самый большой вопрос – это вопрос сырья. Ключевых направлений, которые мы видим, точки развития очень хорошие. Здесь уверены, что будет увеличение объема производства. Мы со своей стороны окажем максимальную поддержку в рамках нашей государственной программы. Один из воинов Великой Отечественной войны вернулся домой спустя 82 года. В Тиберде почтили память краснофлотца Мурата Карбиевича Семенова, погибшего в Ленинградской области в 42-м. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В годы Великой Отечественной из Тиберды на фронт отправились четыре брата Семеновых. Ни один из них не вернулся домой живым. У родственников не было никаких сведений о местах захоронений. Но вот в конце мая 2024-го появилась информация, что поисковики Ленинградской области обнаружили на территории ожесточенных сражений личные предметы одного бойца. По ним и удалось идентифицировать человека. Он на своем значке ГТО написал свою фамилию, имя, и только по этой причине могли его идентифицировать.
Потом вышли на нас, вернее, искали, не могли найти. И один из друзей поисковиков, он живет в Кисловодске, сказал, что именно у Карачаевцев есть такая фамилия, имя, потому что район был записан с ошибкой, поэтому найти не могли сразу. Но в течение 3 дней они вышли на нас, и мы подтвердили свое родство с этим человеком. Речь идет о связисте 2-го стрелкового батальона 6-й отдельной бригады морской пехоты Краснознаменного Балтийского флота Мурате Семенове. Муратбей Карбиевич учился в Ейском военном училище. Затем в 1942 году его в составе морских пехотинцев забросили в тыл врага в Ленинградской области, где он в числе последних 30 бойцов и погиб. Поисковики из объединения Святой Георгий пригласили к себе родных краснофлотца и передали все, что было найдено в блиндаже, в том числе лопату, кружку, именной значок. Для нас, для всех Семеновых, всего моего народа, всего российского народа, для нас это большое событие сейчас. Мы будем по нашим обычаям хоронить его. Кто будет присутствовать, кто пришел, оставил свои дела, работу, пришел здесь. Дань памяти нашим погибшим ветеранам, моему дяде. Огромное им спасибо. В этот день около мемориального комплекса в Тиберде собрались представители городской власти, общественных организаций, сотрудники регионального управления Росгвардии. Несколько поколений горожан отдали дань уважения защитнику Отечества, который спустя 82 года все-таки оказался на родине. На памятной плите в списке погибших участников Великой Отечественной значится и он, Муратбей Семенов. Его останки с почестями предали земле. Огонь! Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Слова великого полководца Александра Суворова актуальны по сей день. Благодаря работе поисковиков в страницах истории Отечества остается все меньше белых пятен. Артур Мхце, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. В Карачаево-Черкесском колледже культуры и искусств состоялась премьера спектакля «Наш Пушкин», основанный по мотивам повести «Барышня-крестьянка». Произведения Александра Сергеевича переводятся на десятки языков мира и ложатся в основу театральных постановок. И в юбилейный год со дня рождения великого поэта поклонников его творчества ждала постановка спектакля «Наш Пушкин» по повести «Барышня-крестьянка». Спектакль о том, какой Пушкин разный, о том, как рождались его стихи, сказки и поэмы. Постановка «Наш Пушкин» в адаптации известного драматурга Зураба Бимурзова, режиссера Анзора Емкужева о безусловном таланте великого поэта, о том, что он вне времени и также актуален и сегодня среди молодого поколения. Отметила свой юбилей заслуженный журналист Карачаево-Черкесии, главный редактор газеты «Черкес-Хэко» Люсана Абидокова об отношении к юбилейным датам и своем творческом пути Люсана рассказала нашему корреспонденту Бали Джазаевой. Здравствуйте, Люсана. Рада видеть сегодня у нас в гостях. Пусть чуть с опозданием, но все-таки позвольте вас поздравить с вашим юбилеем, прекрасным юбилеем. Я хочу спросить, как ощущения, как вы себя чувствуете? Это как-то отразилось на вашей жизни? Во-первых, благодарю за приглашение, за то, что вы каждый раз уделяете внимание и мне, и нашим печатным журналистам. Мне это очень приятно. По поводу того, ощущаю ли я свой возраст, я бы сказала, знаете как, это самый расцвет сил, на мой взгляд. Время, когда человек приобретает опыт, жизненный опыт. И, на мой взгляд, я сейчас уже могу смело смотреть в будущее. То есть, приобретя уже какой-то жизненный опыт, пройдя какие-то ошибки, да, и я сейчас уже могу сделать какие-то выводы и двигаться вперед. На самом деле, в отметке 50, как мне кажется, сходится в моем случае женское, личностное, материнское, профессиональное. Вот это все, мне кажется, у меня сошлось именно в 50. Сейчас, я так думаю, мне не нужно никому ничего доказывать. Я самодостаточный, самоуверенный. Может быть, это чуть-чуть неправильно так говорить, но я уверенный в себе человек.
подойдя вот к 50 годам, я так себя чувствую. И это прекрасно. Люсана, это очень глубокий ответ, но все-таки вернемся, наверное, к истокам, корням. Какие они? Откуда у вас творческая жилка? Корни творчества, мне кажется, все-таки из моей семьи. Я, во-первых, родилась в таком интереснейшем ауле, где, вот если взять все черкесские аулы в целом, мой единственный, мой аул, Алибердуковский, дал столько творческих людей, сколько все аулы в целом не дали. Понимаете? То есть я в таком живописном, во-первых, месте родилась, в ауле Алибердуковском, где каждый, наверное, десятый журналист или писатель, или поэт, кто не знает Мухаддина Бемурзова, кто не знает Мухаммеда Нахушева, это величайшие поэты и нашего народа. Вот такие люди у меня родились в ауле. Ну, помимо этого... Кстати, они же, вот, например, Мухаддин Бемурзов, Хасин Шоров, вот они были моими наставниками в школе, да, они прививали мне любовь к родному слову, к истории своего народа, к культуре своего народа, да и в целом Карачаево-Черкесии. Ну, а если уже... Что касаемо моей семьи, действительно, я родилась, могу сказать, в творческой семье. Если чуть-чуть копнуть глубже, то в Черкесии моя бабушка была одной из самых знаменитых гармонисток. А вот ее дети, мой родной дядя был народным певцом Карачаево-Черкесии. Кстати, моя первая книга посвящена именно ему, Шевхужев Галим Давлетович. Вот, чей бархатный голос до сих пор помнит наш народ и даже представители других национальностей. Вот, мой отец очень красиво пел. Такой прекрасный голос у него был. Кстати, ни Галим не имел музыкального образования был, и ни папа не имел. Просто вот Всевышний одарил вот... Самородки. Да, самородки, совершенно верно, самородки. И все-таки, Люсана, кровь не вода. Я помню, что вы выпускали диск с песнями вашего родного дяди, который был действительно гениальным народным певцом. Это несомненно. Это, несомненно, был. Во-первых, правильно было отмечено, что мой родной дядя, не имея музыкального образования, до сих пор на слуху у народа. Настолько был действительно гениальный самородок. Человек, который просто любил музыку, сочинял музыку, пел, выступал на всевозможных фестивалях. Его награждали дипломами первой степени, не имея музыкального образования. Ну и папа был, как я отметила, действительно, папа был безумно влюблен в музыку. Он каждый раз, вот когда мы оставались дома, я видела, как папа про себя поет, какие-то патриотические песни, какие-то лирические песни. Конечно, это все не могло не сказаться и на его детях, да. Но помимо творческого воспитания, у меня папа человек, по примеру которого я, например, сейчас живу. Мой отец нас учил жить по канонам Адыгы-Хабса. Я никогда не забываю, когда он нам говорил, вот я могу это на своем языке сказать, если тебя ударили этим булыжником, ответь хлебом. Даже это уже дает понять, как жить нужно человеку. То есть он всегда учил не опускаться до уровня злых людей. Добро ведь всегда возвращается был. Я убеждена в этом. Нужно действительно всегда ценить и добро, и относиться к людям с добротой, потому что оно действительно всегда возвращается. Люсана, у меня такое ощущение, что вот в ваших ладонях
поместится весь мир. Вы до такой степени открыты этому миру человек, и рядом с вами абсолютно разные люди, и каждый из них по-своему исключителен, и у вас к каждому есть подход. Спасибо огромное вот за такую оценку, но на самом деле я живу, знаете, по каким принципам? Я очень искренний человек. Просто надо быть искренним, и все. И больше ничего не нужно. Когда человек искренен, когда человек говорит, что думает, он счастлив. Абсолютно. И люди, которые его окружают, тоже так же счастливы. Поэтому тут абсолютно даже не нужно думать, почему так происходит. Mm-hmm. Просто надо быть искренним и родным человеком. Сейчас очень редко, когда человек может говорить то, что думает. Люди ходят в каких-то масках, да, и хочется человеку улыбаться, он плачет. Наоборот, хочется человеку плакать, а он улыбается. Вот таких моментов у меня нет. Если я хочу, я плачу. Если я хочу, я улыбаюсь. Хочется теперь поговорить непосредственно о вашей любимой профессии, национальной прессе, которой вы отдали уже больше 2 десятилетий. И мне кажется, вот здесь вы себя нашли. Наша работа не из легких. Не из легких. Я всегда говорю о том, что нужно искренне любить свою профессию, особенно журналистику, чтобы в этой среде преуспеть. Это очень важно. Сейчас я считаю, что газета и сейчас сохраняет важность существования. Да, сейчас век каких-то информационных, да, вот технологий, mm-hmm. но все-таки газета, я буду повторять это всегда, газета является летописцем народа, именно народа. Сейчас хотелось бы сейчас вот коснуться столетия, нашего столетия. Mm-hmm. В этом году 100 лет нашей газете «Черкесхак», так же и как и газете «Карачай», mm-hmm. мы в этом году отмечать будем столетний юбилей. Mm-hmm. Поэтому часто обращаемся к архивным материалам. И вы знаете, я о чем думаю? Когда листаешь вот эти старые подшивки, mm-hmm. понимаешь, что там именно сохранилась история и культура каждого народа. Я не хочу mm-hmm. никого обидеть, но газета на сегодняшний, я считаю, что газета должна существовать, существовала она, существовать должна и сейчас, и в будущем. Люсана, раз мы заговорили о газете, это единственный печатный орган на черкесском языке. 100-летие – это большой юбилей, это глобальный юбилей. Какие-то мероприятия будут организованы? Хочу, знаете, сказать о том, что мы то счастливое поколение, mm-hmm. которому, повторюсь, посчастливилось отметить вековой юбилей нашей газеты. Хочется, чтобы в дальнейшем газета процветала. Хочется пожелать, чтобы у нас были содержательные материалы, mm-hmm. чтобы они были злободневные, чтобы наши читатели, преданные читатели, действительно всегда были рядом с нами. К столетию нашей газеты мы начали готовиться еще в конце прошлого года. То есть запланировали очень много мероприятий, которыми, конечно, мы хотим отметить вековой юбилей нашего издания. Я могу даже сказать, что подготовительный этап, именно подготовительный этап мероприятия практически полностью завершен. Я более того скажу, мы провели несколько уже мероприятий, приуроченных столетию. К примеру, волейбольный турнир в Хабесском районе прошел с участием очень многих команд. Что было важно для нас, чтобы в этих вот именно мероприятиях участвовала молодежь.
молодежь, mm-hmm. потому что преемственность поколений, правильно, mm-hmm. кто у нас должен знать историю нашей и страны, и республики, и вот нашей непосредственно газеты, конечно же, наше молодое поколение. Поэтому мы привлекли команды именно молодых людей, и прекрасно прошел в Улихабес в спорткомплексе ХАТ. А еще не менее важно, я бы сказала, на сегодняшний день, это наша гордость, это то, о чем я не могу сейчас не сказать, mm-hmm. хотя еще ни одного интервью не было, наша девочка только-только вернулась, у нас было запланировано восхождение на Эльбрус, mm-hmm. Мадина Катаева, Мадина Асланукова, вот, это одна и та же девочка, mm-hmm. вот, она взошла на вершину Эльбруса, на высоту 5642 метра, и тем самым отметила юбилей нашей газеты. Люсана, как бы вы себя характеризовали? Вот в чем ваша миссия? К чему вы стремитесь в жизни? Свою миссию, я считаю, заключенной, знаете, в чем? Я хочу быть полезной и своей республике, и своему черкесскому народу, и своей, естественно, газете, в которой я уже проработала более 20 лет. Мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. Когда ты занимаешься своим любимым делом, вот тогда есть результат, тогда есть успех, тогда у тебя все получается. Как сказал Конфуций, выбери себе работу по душе, и ты ни одного дня не будешь работать. Это обо мне. Меня работа не утомляет. Наоборот, подстегивает, наоборот, дает сил. Наоборот, я стремлюсь все больше и больше развиваться. Вы абсолютно правы в том, что, и я считаю так, женщина, для женщины самое главное, наверное, все-таки это семья, это семейный очаг, и я и в этом преуспела. Да, мне дают силы мои дети, мой внучок, который сейчас подрастает, их успехи. У меня Вадим профессиональный футболист, вот, играет в Нарте. Вот, Снежана профессиональная волейболистка. Вот, скорее всего, вот я сама в бывшем тоже профессионально занималась спортом. Вот это все, мне кажется, дает силы, их успехи, их удачи. Поэтому я никогда не останавливаюсь на достигнутом. Люсана, еще раз хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Хочу сказать, от себя добавить, что вы очень открытый, очень позитивный человек. Я желаю вам добра, я желаю вам творческого вдохновения, я желаю вам здоровья. И спасибо, что сегодня вы были гостем нашей программы. Спасибо вам. Спасибо огромное. Всем хочется пожелать мира, добра, счастья и благополучия. Еще раз спасибо, Белл. Такой была уходящая неделя. Какой будет следующая, покажет время и репортажи корреспондентов службы информации. Хороших выходных.